Проведение рождественского праздника для детей с ограниченными возможностями было организовано фондом «Шаг за шагом», основанным в 2011 году Георгием Кабалия, перенесшим в 12-летнем возрасте осложнение после энцефаломиелита. Как отметил в своей речи к присутствующим сам руководитель, главная цель неправительственной организации – выявить одаренных молодых людей и помочь им в развитии своего таланта. В этом творческом вечере приняли участие подростки, которые показали всему обществу, что не существует ограниченных возможностей, что талант не знает границ. И нашей главной задачей является помочь этим детям проявить себя и стать полноценным гражданином своей страны. Наша галерея уже второй год принимает участие и помогает проводить это новогоднее мероприятие. Мы рады поддержать этих необычайно сильных духом детей и подарить им праздник. На творческом вечере дети с ограниченными возможностями показали публике свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи как именитых поэтов, так и собственного сочинения. Также была организована выставка-продажа работ всех участников мероприятия. В первую очередь хочу поздравить всех с Рождеством и Новым годом и пожелать счастья и здоровья. Я благодарю Бога за то, что могу принимать участие в этом мероприятии и своим пением дарить людям немного радости. Мое единственное желание – на следующий год прийти сюда без инвалидного кресла. Я здесь представляю, читаю свои стихи, и у меня есть еще мои изделия. И я делаю это своими руками, и есть сережки, и браслетики, и ожерелье. Вот это тоже я сама сделала. Я привезла сюда свои работы, сделанные из бисера рисунки, а также помогала в организации этого вечера и привела с собой своих друзей. Они принимали участие в концерте. Такие творческие мероприятия дают шанс людям с ограниченными возможностями интегрироваться в обществе. Организаторы мероприятия при поддержке мэрии города Тбилиси, детской галереи имени Элены Ахлюдиани, магазинов техники, кондитерских, а также лечебных и оздоровительных центров приготовили участникам и гостям творческого вечера много сюрпризов. Одним из таких была награда памятными дипломами, новогодними подарками и иконами, освященными католикос-патриархом всей Грузии Ильей II. Юлиана Беланишвили, Денис Асланов, Грузия, Тбилиси.